Вот так, чтобы она была, да? Амплитуда, чтобы... Вперед, чтобы вываливаться все. На сцене все, кто в нее влюблен. Руководит процессом режиссер Александр Лопатюк, он же король, который тоже наденет костюм и займет место на троне. Актеры, также и творцы, сообща готовят весь реквизит для сцены и очень ждут своего звездного часа. Когда я начал пробовать делать вот первый раз маски именно в плане, чтобы они не просто одевались на голову, но выражали какую-то эмоцию, которая была узнаваема в бременских музыкантах, и вдруг... Я не знаю, как это происходит. Я говорю, опять свыше откуда-то кто-то хочет этого делать. Они сами становятся похожими. Тут такое ощущение, что кто-то хочет, чтобы это произошло и состоялось. Потому что никто не отказывает, а все проявляют какое-то участие и желание такое. К примеру, профессиональный художник Сергей Брацевич помог изготовить декорации, над которыми совместно работали 11 часов. В костюмерной приходилось находиться сверхурочно не одну неделю. Поскольку театр любительский, в ресурсах он сильно ограничен. Поэтому к работе подключаются и очень многие люди из окружения самих артистов. Вот как Саша говорил, это Шварцвальдский лес. Вот, мы его так вот в таком виде сделали. И так как здесь, на этой сцене, это не профессиональная сцена, а такая немножко клубная, вот, там нету штанкетов, которые бы уходили вверх и поднимались полностью, скрывались от зрителя. Поэтому нам пришлось другим способом обойтись. То есть есть механизм, который раздвигает эти шторы. Вот мы его сейчас восстанавливаем, вот, и у нас будет шторы вот так сходиться и расходиться. Саундтреки из советского мультфильма покоряют всех, но не только они стали аргументом в выборе постановки. Я пришла на фильм еще зимой, и меня он так вдохновил на что-то, мне так понравились саундтреки, и я думаю, все, это сразу. Это я сразу в тот же день вечером позвонила режиссеру, друзьям сказала, надо брать. Они ходили в какую-то эйфорию, я посмотрел фильм, и показалось, что так нельзя. Отсутствие какой-либо логики, бред сивой кобылы, как говорил мой мастер. Как бы. Поэтому я говорю, давайте мы с вами сделаем, раз вы так горите и хотите, но мы сделаем свой все-таки вариант, свою версию, где все-таки логика будет присутствовать, эмоции будут присутствовать, но и разум тоже. Работа, по мнению режиссера, обещает превзойти знакомые нашему зрителю прежние версии бременских музыкантов. Артисты еще дорабатывают детали и в исполнении ролей, и в декорациях. Но по плану премьера в Центре культуры «Современник» должна состояться уже в конце июня. Отодвинуть показ могут экзамены, которые летом сдают молодые актеры. Трубадуру, которому по сюжету должно быть 30 лет, на самом деле 15, и он заканчивает 9 класс. Ведь манящая свобода, которой пронизана вся сказка, не может отменить условности реальной жизни. Тем не менее, сказки, видимо, сбыться помогают высшие силы. Дарья Ерошина, Дмитрий Денисов. День с толком.